Вот, я нахожусь, значит, 14 марта напротив, значит, Пречистенка. И вот здесь вот, как он, вот здесь дом, значит, принадлежащий одной из Морозовых, одному из потомков Савы Морозова, то есть вот этот вот. Вот, это вот Мансуровский переулок, я по нему иду, вот оттуда, вот это вот, все это здание, это усадьба Морозовых, флигель там, вот это вот то, что осталось, ну, как бы, оно и есть. Вот здесь вот, считай, это уже современное здание, вот с этой стороны, вот, огромное такое, все из себя стеклобетон. Вот, вот одно из зданий тоже, это Морозовская усадьба, вот, здесь вот такая вот картинка, не знаю, видно ее, нет? Мне видно, конечно. Вот, если поглядеть повнимательнее, такое ощущение, что это Аврора нарисована. Вот. Ну, в принципе, вот дом 12 написано. Значит, вот, по-моему, где-то я прочитал, что здесь, значит, есть мнение, что здесь, может быть, и так и было, 11 или 12, где-то здесь во дворе снимали, значит, одну из сцен рязанского фильма. Вот «Бесприданница». Вот они там, значит, вот где, когда Паратов пригласил на званый ужин, вот, вот в этом во дворе одного из домов, наверное, вот, может быть, даже за этим, вот за этой стеной. Вот, то есть вот «Бесприданница», по-моему, здесь снимали, как я читал. В принципе, вот Мичуринский 10, и там уже последнее здание, по-моему, это посольство Сирии, да, как я читал. Здесь вот такое большое советское обыкновенное здание, вот. И здесь, ну, что можно сказать про этот переулок, вот, вот он там, а тут начинается, здесь все совсем небольшое. Вот, и здесь вот, ну, где-то я читал, что здесь где-то жил Булгаков, потом здесь есть фонд, вот, Исаака Дунаевского, ну, вот где-то, ну, в принципе, это не столь важно. Вот сейчас я пройду вперед. Вот, вот здесь вот здание вот это вот. Это усадьба архитектора Кузнецова. Вот, вот здесь. И там уже идет вот здание, как я понимаю, сирийского посольства. Вот, вот здесь вот я оттуда пришел. Вот здесь вот эта усадьба заканчивается. Ну, переходит, можно так сказать, жилой дом Мельникова. Мельников, Ермолаевы, Топлюниновых. Вот. Бывал писатель Булгаков, вот, вот про что я говорил, то есть вот здесь вот, то есть вот такое вот старинное здание. Но оно, конечно, немного не того, но, может быть, и реставрация будет, может, нет, может, кто с кем судится. Ну, должны, наверное, потому что, ну, как бы, музейная вещь. Вот, ну, вот отсюда видно немножко гараж, наверное, вот, вот территория, там какая-то тележка из магазина стоит, то есть так забавно. Вот, вот я подошел, ну, сейчас вот напротив это посольство Сирии. Вот здесь вот, вот сирийские братья живут, сражаются за свободу с оккупантами. Вот напротив вот заканчивается после сирийского посольства, идет вот Тифлисский дворик. Тут ресторан, наверное. Скорее всего, жилой комплекс какой-то. Ну, такая вот, это вот. Уже все.